Не будите ярость в сумоисте. Автор рассказа Борис Ливанов. Любой рынок в любом российском городе – это зона повышенной криминальности. На рынках из-под полы продают наркотики, оружие, сбывают краденое, торгуют контрафактным товаром, а еще на рынках частенько устраиваются разборки, зачастую с применением холодного и огнестрельного оружия. А потому на любой вызов с рынка милиционеры выезжают со всей возможной скоростью и весьма внушительными силами. И вот в отдел милиции одного из областных центров России поступает срочный вызов, мол, массовая драка на рынке. На место происшествия тут же выдвинулись несколько патрульных нарядов патрульно-постовой службы и ОМОН. Приехав к месту событий, милиционеры обнаружили перевернутые контейнеры, огромную толпу зрителей, которые почему-то смеялись, и огромную кучу малу из представителей монголоидной расы. Недолго думая, похватали всех, до кого руки дотянулись, и повезли в отделение разбираться. Оказалось, что виной переполоха был студент-бурят. Он учился в одном из вузов города, и был он любимцем всех студентов, да и большинства преподавателей. И не только потому, что учился хорошо, был начитан, эрудирован и знал 4 языка, но еще и потому, что был очень добродушным, хотя и вспыльчивым, но быстро отходчивым. А еще он всерьез увлекался японской борьбой сумо и имел соответственную фигуру, то есть примерно 2 центнера костей, мышц и жировых отложений. Куда ж в сумо без этого? И бурят прекрасно осознавал свою силушку, а потому старался не драться, даже если сердился. Сумоист-студент пришел на рынок, сопровождая 2 своих однокурсниц. Он никогда не отказывал в помощи, особенно если его просили помочь представительницы прекрасного пола. В общем, пришли они на рынок и пошли в сторону маленького Китая, то есть в тот район рынка, где торговали китайцы. Ходят они по рядам, рассматривают товары, прицениваются. И тут бурят, который, как уже упоминалось, знал несколько языков, в том числе и китайский, услышал нечто непотребное. Как выяснилось гораздо позже, 2 продавца китайской национальности громко и похабно обсуждали спутниц нашего героя. Бурят покраснел от гнева, подошел к ним и потребовал по-китайски извиниться и заткнуться. Продавцы сперва оторопели от того, что кто-то здесь, в середине России, понимает их язык, да и бурят выглядел весьма внушительно, но потом решили, что их китайцев тут много, а защитник русских девушек всего 1. Ну и послали студента куда подальше. Бурят, не выдержав такого хамства, взялся за нижний край автомобильного контейнера, в котором китайцы оборудовали торговое место, и поставил его на попа. Китайцы, оказавшиеся в куче своего товара на дне 3-метровой бочки, разверещались, как стая обезьян, призывая на помощь соплеменников. Те не заставили себя ждать. Доморощенные конфуисты полезли изо всех щелей и попытались напасть на бурята, но тот оказался весьма серьезным противником. Соплеменники Брюса Ли и Джеки Чана разлетались от него в разные стороны и довольно далеко. Неизвестно, чем бы закончилась эта потасовка, если бы не приехала милиция. Оказывать сопротивление ОМОН китайцы не решились, но даже в милиции продолжали настаивать на том, что пострадавшие именно они. При взгляде на их помятые лица в это верилось. В отделении, допросив бурята, милиционеры переменили свое мнение и готовы были поверить сумоисту. Но подтвердить слова студента никто не мог. Его спутницы во время задержания драчунов куда-то исчезли, а вот у китайцев свидетелей было много. Да и пострадавших немерено. Нет, сумоист никого серьезно ни разу не ударил, он их просто раскидывал по сторонам, но китайцы, разлетаясь, ударялись во что попало. Однако многочисленные свидетели, в основном китайской национальности или работники рынка, утверждали, что бурят злостно нарушал закон и бил ни в чем не повинных торговцев. И тут в отделении заявилась целая делегация из института, в котором учился бурят. Оказалось, девушки, увидев, что ОМОНовцы грузят в автобус их любимца, представителям власти бурят не оказал ни малейшего сопротивления, хотя попытаться мог бы. Побежали в институт за помощью. И помощь в лице почти всего руководства вуза в сопровождении чуть ли не сотни студентов устремилась в милицию. Милиционеры повеселели, количество свидетелей почти сравнялось. А учебный совет института изъявлял полную готовность взять бурята на поруки, внести за него залог, принести кипу поручительств.
начиная от личных писем губернатора, спикера областной думы, лидеров всех политических партий области и заканчивая сотней благодарственных писем от бабушек, которых Бурят перевел через дорогу, помогая донести тяжелые сумки. Среди свидетелей разных фронтов едва не вспыхнула потасовка. Но тут в милицию, с трудом протолкавшись через студентов и китайцев, зашел весьма представительный пожилой китаец. Увидев его, свидетели китайцы, которые, несмотря на неоднократные требования сотрудников милиции, что-то постоянно орали на своем языке, разом замолчали, как будто у телевизора выключили звук. А китаец прошел к начальнику дежурной части, с достоинством поклонился и сказал на чистейшем русском: «Прошу прощения за поведение моих земляков». Он обвел толпу соплеменников взглядом, от которого и так небольшого роста китайцы съежились еще больше. «Этот уважаемый человек», — кивок в сторону Бурята, — «поступил совершенно правильно. Он ни в коей мере не виноват, и это могут подтвердить настоящие виновники беспорядка». Представительный китаец отошел в сторону, и на всеобщее обозрение вышли те самые продавцы, из-за которых все и началось. Оказалось, что представительный китаец был самым уважаемым в местной китайской диаспоре бизнесменом, а еще он был поклонником борьбы с умо и прекрасно знал Бурята. Узнав, что того забрали в милицию из-за скандала с выходцами из Китая, он предпринял срочные меры. Охрана бизнесмена провела молниеносное дознание на рынке, выяснив истинную причину драки. Оба хама-продавца были извлечены из контейнера, в котором они и провели все то время, пока Бурят разбирался с их защитниками. Им очень вежливо объяснили, что оскорблять девушек в России нельзя. Вежливость охранников китайца-бизнесмена была настолько убедительна, что продавцы с радостью отправились в милицию, готовые признаться не только в организации беспорядков на рынке, но и в убийстве Джона Кеннеди, Улафа Пальме, Влада Листьева, Сергея Лазо и всех бакинских комиссаров. Бурята тут же отпустили, отдав ректору института протокол, который уже успели заполнить. Профессор, после того как студент Бурят, преподаватели и остальные студенты вышли из отделения милиции, бросил взгляд на протокол, который держал в руках, и уже собрался скомкать и выбросить в урну. Но тут его взор натолкнулся на одну фразу в протоколе, прочитав которую, ректор сложился пополам от смеха. Протокол пустили по рукам, и вскоре смеялись уже все, кто его прочитал. В протоколе была написана истинная правда, но и правда иногда бывает смешной, например, как эта строчка из официального документа. Кидался лицами китайской национальности, чем нарушал общественный порядок на рынке и нанес ущерб торговым рядам. Курочка. В последнее время командировки на Кавказ для сотрудников правоохранительных органов случаются не столь часто, как 4-5 лет назад. Но своих кадров там все равно не хватает, так что милиционерам ездить иногда приходится. И вот туда направился отряд из питерского ОМОН. Им предстояло дежурство на блокпосту, расположенном на пересечении нескольких дорог, одной стороной обращаясь к лесополосе. Командировка рассчитывалась на 3 месяца, а потому питерцы обосновались капитально. И даже завели собственный курятник, дабы яйца свежие были. Курятничек был не очень большой, 4 курочки и 1 петушок в небольшом закутке прямо на территории блокпоста. А надо сказать, что снабжение блокпостов осуществлялось централизованно. И как-то так получилось, что целых 2 недели милиционерам доставлялась только тушенка из говядины. В общем, ребята соскучились по птичьему мясу, которое бродило и кудахтало буквально под носом. Но завхоз, назначенный командиром из бойцов отряда, который и заведовал курятником, категорически не хотел ни одну курочку пускать в котел. И вот как-то поздним вечером 3 милиционера дежурили по своим точкам.
Все вроде как было тихо, и дежурившие грубо нарушили устав, то бишь покинули свои посты и собрались все в одном месте. Но все трое были опытными бойцами, не раз побывавшими в горячих точках и выработавшими в себе чувство опасности. В данном случае это чувство просто кричало, что все спокойно, а потому ребята собрались в кучку и заговорили о том о сём. И во время разговора как-то так получилось, что речь зашла о еде. Кормили ребят вполне хорошо, но ведь хочется чего-то этакого. И один из милиционеров стал рассказывать, как здорово готовит курицу его мама. Да так аппетитно, что всем троим тут же захотелось курочки. Немного поборовшись с соблазном, дежурившие решили украсть одну из завхозовских курочек. Тихонько проникли в курятник, поймали курицу. Уже когда она, ощипанная, жарилась на вертеле, немного вдалеке от жилого помещения, а то кто-нибудь учует запах, да сядет на хвост. Перед дежурившими встал серьезный вопрос, как замаскировать исчезновение курицы. Но ребята были ушлыми и изобретательными. Они сделали небольшой подкоп в курятник и даже сумели изобразить следы то ли лисы, то ли волка, так что на утро, когда завхоз пошел забирать яйца, ему предстала вполне нормальная картина. Некий хищник сделал подкоп в курятник и похитил несушку. Завхоз пропажу курицы переживал довольно сильно. До такой степени, что не успокоился лишь тем, что зарыл подкоп. Нет, он взял снайперскую винтовку и улегся ночью охотиться на хищника. Почти неделю дежурил. И в конце концов кого-то дождался. Раза три выстрелил на звук, но утром не нашел никаких следов этого самого хищника. Завхоз разозлился не на шутку. Вместо винтовки он взял пулемет и опять отправился дежурить. Более того, он еще и подкоп обратно отрыл, ну чтобы хищника приманить. Стоит сказать, что к тому времени уже весь отряд прекрасно знал судьбу пропавшей курицы. Ребята, которые ее и съели, по секрету рассказали всем остальным. Так что в хищника верил лишь один завхоз, которому ничего не говорили. И вот в ту же ночь, когда завхоз пошел дежурить с пулеметом, бойцов отряда разбудила пулеметная очередь. Не осознав спросонья, что происходит, чисто на рефлексах бойцы похватали оружие и почти неодетыми высыпали наружу и заняли круговую оборону. И в этот момент со стороны леса раздались автоматные очереди, а потом блокпост обстреляли из гранатомета. Жилое помещение было разнесено вдребезги. Если бы бойцы вовремя не выскочили из него, им бы пришлось туго, а так дело обошлось несколькими несерьезными ранениями. Уже позже, во время разбора полетов, кое-что прояснилось. Оказалось, что завхоз, охотившийся на хищника, выгнал со своего поста дежурного, который должен был наблюдать за лесом. Мол, этот дежурный хищника и отпугивает. ОМОНовец, посмеиваясь при себя, ушел к парням на другом посту. И вот лежит злой завхоз, сжимает пулемет и ждет, когда же этот хитрый хищник появится. И вдруг слышит подозрительный шум. Недолго думая, завхоз послал длинную очередь в сторону шума. В ответ услышал явно человеческие крики. А так как завхоз, как и все прочие, был спецназовцем, то понял все правильно. На блокпост напали. Потому что со стороны леса могли подойти лишь злодеи. В той стороне не было не только населенных пунктов, но и каких-то проторенных местными тропинок. Завхоз продолжил стрельбу, чем подал сигнал тревоги и фактически спас коллег от крупных неприятностей. Утром на промежутке между лесом и блокпостом бойцы нашли три трупа боевиков. Все они были буквально нашпигованы взрывчаткой, которой собирались взорвать блокпост. Если бы не завхоз со своей охотой на похитителя курицы, всякое могло бы случиться. Завхоза наградили медалью, но он еще долго дулся на тех троих, которые похитили несушку.